Ярославль, арена, август, игра на все времена. Россия, Канада. Молодежное противостояние. 9 и 10 августа. Суперсерия в честь юбилея легендарных матчей СССР-Канада. Билеты в кассах арены и ДК Добрынина с 30 июля. Поддержим наших. Подробности на официальном сайте хоккейного клуба «Локомотив». Идет тренировочный процесс, игра между собой, поэтому как бы ребята хорошо проявили себя в концовке, поэтому еще все впереди, поэтому рано еще о чем-то говорить. Уже не первая двусторонняя игра, кого вообще, может быть, выделите, кто хорошо сейчас действует, на ваш взгляд? Я еще раз повторю, здесь у нас 95-й, даже есть 96-й год, 94-й, поэтому просматриваем молодых ребят, поэтому есть перспективные, хорошие, поэтому будем работать с ними, повышать уровень мастерства, работать над ними. Как раз сейчас у вас получается уже как бы две команды за одно межсезонье, не тяжело? Да нет, в принципе, уже как бы привыкли, но часть ребят отдали в первую команду, поэтому как бы идет тренировочный процесс подготовки к сезону, это нормальное явление. Ну, у нас в Финляндии всего две игры, там с ВМФ и с финской командой, поэтому хотелось бы там побольше игр, но, к сожалению, не получается. У нас в августе два турнира очень хороших, поэтому будем проявлять себя на турнирах и показывать, доказывать, на что мы способны.